Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас Кейстарс, крошка-крошка, Фокс, Госдума, Гус Санек, Плеймарк, Сергей Тайм, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Всем привет. Всем здрасте. Будем выживать на гигантском лабиринте от толпы гномиков Кроули. Кстати, сделали новый NextBot и посмотрим, что он умеет и насколько он жестче, чем предыдущий. Если 5, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Поехали. Нет, я думаю, что надо сразу много ставить. О, как всегда они дудят. Кстати, немножко музыка изменена, не так, как на том. Ого. Или одинаково. Напишите в комментариях. Одинаково. Одинаково. Да я знал. Они приближаются. Где? Очень близко. Мы видим, как они далеко или близко? Далеко, а так далеко, далеко близко. Тогда зачем ты врешь? Я не вру. Они очень далеко. Хэштег Максим Обманщик. Специально дурит меня, чтоб я слился. Ребята, не забываем ставить лайкосики, подписываться на канал. Давайте добьем в Дискорде 50 тысяч участников. Осталось 51 человек. Давайте запилим быстренько. И будет у нас что? Тусич дискордный. Ура! Ура! Все, пацаны, я добежал до... А вы же... Да вы все на вышке, что я так долго шел? А потому что вышли по верху, а я шел по низу. Что? Ну да. Ну да. А где они? Они на спавнуче. А, вон. Че, рискует, может? Ты че? А че они застреют? Во, они начинают прыгать! Рискну. Они, получается, убивают только вблизи, на большом расстоянии не хотят убивать. Ну это и хорошо. Придется их ставить по всей карте. Обязательно досмотрите до конца, потому что сейчас я поставлю 50 штук. Так, ничего никто... А! Блин, хотя скачу, никто не умирает, и он мне леща прописал. Ну да, тебя. Так, давайте посмотрим, где же они тут ходят, мне просто интересно. Так, вижу. Один рядом. Они не прыгают, что ли? Ай, блин, со спины! Получается, один отвлекает, другой мочит. Хорошо. Они на бортик могут залезть. Да, я вижу! Так, пацаны, что, никто не хочет умирать со мной тут повыживать? Хорошо. Нет. Давай еще. Еще? Сейчас я оторвусь еще от него. Беги, он очень близко. Смотри, смотри, он не может меня догнать. Видите, какой я красавчик? Да ладно, ладно, специально. Поддался, да? Да. Ой-ой. Так, я вижу, они уже немножко распространились. Блин, я упал вниз. Ну что, около 40 штук поставил. Опачки, красиво я увернулся. Так бы немножко и по ногам бы дало. Опа, Сергей Тайм слился. Ребята, начинается процесс. Они телепортироваться могут. Кто? Я видел, как они телепортируются на большое расстояние. Серьезно? Да. Тысяч. Беги, бегите, пацаны. Я бегу. Блин, опасно. Опа. Сергей Тайм еще раз слился. Это хорошо. Это так смешно наблюдать, когда вы маленькие песчинки бегаете от этого, от гномика. Это эпично. А, так, да, значит, а вот так ты говоришь, да, на нас песчинки вонючие. Так, уходим. Опа, он сейчас запрыгнет к ним на вышку и замочит. Давай, гномик, давай, мы в тебя верим. Ой-ой. Ты тоже на вышку бежишь, Дим? Нет, я буду возле вышки стоять, я боюсь, на всякий случай здесь постою. Тут рядом нет никого. Получается, если мы не слышим их ни звука, они на нас не агрятся, что ли? Но я их не вижу. Так, я думаю, что надо ставить разных. Давайте мы поставим и этих гномиков. Они в начале. Будут у нас двух видов. И такие, и такие. О, ой, лагать начал. Давайте немножко. Переборщил я что-то. Саня, так, а эти не телепортируют. Они телепортируются тоже, смотрите. Они могут просто... Что? А эти жестче будут, чем новенькие. На тебе, Дима. Дим, сзади! А! Да блин, Максим, ну что, ты не мог сказать? Нет, я хотел, чтобы ты... Ты специально, чтобы я слился? Если бы ты не сказал, на тебе, Дима, я бы умер. Нет, я упал. Убивайте Максима, пожалуйста, надо, чтобы его вынесли. Я наверх пойду. Нет, 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 не идите наверх, там он вверху, спускайтесь. Спускайтесь, он вверху. Нет, ты меня... Ну, Максим! Ну, Максим, стой, стой! Максим, стой! Дима, Дима! Стой! Гусанёк, стой, не иди, не иди! Гусанёк, чих, ну стой! Да, пацаны, идите вниз! Специально их стоп! А чё они... Ах вы! Нет, это меня никак не убьет. Вот так, да, вы заговорили со мной? Хорошо. Да идите! Блин, вот это веселье. Идите.
Ну, Дима. Да ну я пройду, смотри, все равно. Снизу. Я пройду. На тебе! Ребята, это заслуживает ситуация точно вашего лайкосика. Красиво вы все слились. Ай! Ой! Ай! Беги, беги! Давай! Я улетел. Максим, это тебе карма за то, что ты... А хотя я тоже так делал. Ну ладно. Это не считается. Гусенек нормально там стоится на островке? Да, все нормально. Отдыхаем. Опа! Блин. Блин. Страшно, из-за угла выскакивают. Красиво я плаваю. А че их так много? Да немного поставил, ну штук 60-70 может быть. Да всего лишь. Ну всего-навсего, это немного. О, не в аквариуме тоже. Чуть-чуть. Каким аквариум? А, в воде? А есть карта аквариум? Есть. Кстати, есть. Интересно было бы там поживать. Вот, мы так и сделаем. Ко мне домой, что ли? А у тебя что, в котеле аквариум? Ну он скви... Ну он же Сквидвард, он в своей среде обитания должен. А, понял. Я дошел до вышки, но зайти в нее не могу. Они стоят прямо на входе. А, придумай что-нибудь. Сейчас, я их отвлеку. Будьте осторожны! Беги, плеймарк. Ого, музыка налаживается друг на друга. Ха-ха-ха, так смешно это. Стерео звучание. Дима, хочешь помогу? Не надо. Вы уже и так некрасиво со мной поступили, потому что вы мне взяли... Вот! Вот, видите, что Максим делает? Я тебя спас! Каким образом ты меня спас? Ты меня скинул в логово ихнее! Да, а! Нет! Ну видишь, что ты сделал! Так тебе и надо. Будем в конце ролика почитывать голос... Ладно, не, наверное, не будем. Я сливаюсь постоянно. Да ну блин! Я повыживаю специально. Давай, выживай. Или нет. Так, 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 сейчас подловим момент и начинаем быстренько бы не хопить. Блин. Знаете, когда они внизу, так боишься перепрыгивать, и кажется, что он как даст тебе сейчас башкой. Да. Такое есть. Я ухожу. Бегите. Я все-таки смог спетлять. Их там много. Их там... Их тут реально много. Зачем? Да, блин. Ну, Максим, ну не расстраивайся. Ну я наверх залезть хотел. Ну ты не сможешь. Так, пацаны, гномики вонючие, отстаньте от меня. Отлично, я смог. Надо постоянно бежать, очень быстро. Ах ты жопа. Я лучший игрок. Блин, прикольно смотреть, как вы все там выживаете. Блин, он поднимается. Он поднимается. Ничего страшного. Так, отвали, гном. А! Блин! Там двое. Мне кажется, их как-то можно обманывать, просто я не знаю как. Хватит умирать, Дима. А я не буду умирать больше. Блин, я упал вот из-за тебя. Я виноват? Да, а кто виноват? Ты. Все, сейчас я буду играть очень хорошо, смотрите, сейчас я не сольюсь. Ой, ё-моё. Вот это было близко. Очень страшно. Сделайте так, чтобы Максим занял сегодня последнее место. Он не должен победить. Не надо. Да, но надо. Победит у Кистар самого смерти. Ну хотя бы, чтобы он предпоследнее место занял. Со всех сторон просто зажать. Жестко пацаны не мочат. Ой, Дима, беги. Очень. А я нашел такую часть карты, где их нету. Все, я буду здесь выживать. Они за мной бегут. Кто там в углу сидит? Госдума. А Госдума молодец! А чё он? Сидит в углу. Ой-ой-ой. Так, он не за мной. Так, вроде, вот так будем стоять. Это самая лучшая точка на карте. Угу. Ну, гусанёк, ну, гусанёк, ну, уходи. Он сейчас нас убьет. Ну, вас нафиг, нет, надо валить. А, ладно. О, здесь я выживу как раз. Все. А крыши у никого нету. Интересно, он придет ко мне сюда или нет? Да блин. А! Они тпхаются! Слышь, как он тпхнулся, этот звук такой резкий. О! Появляется. Он реально тпнулся. Они вдвоем, и те могут тпхаться, и старые, и новые. Ага. Так, осторожно, осторожно. Куда ты бежишь, Дима? Я буду сейчас выигрывать всех. Все, тут мы затащим, стой. Ой, Марк, пожалуйста. Блин, я вниз упал. Опа, все, буду идти по низу. Вот сейчас я буду профессионально выживать, четко прям.
Блин, они и там, они везде просто эти звуки дудок издают. А! Как телепортировался ко мне? У нас же будет очень жесткий челлендж. Кто первый добежит до вышки и окажется на крыше, будет победителем. Пацаны, вы готовы? Да. Три, два, один. Сафари началось! Минус плеймарк. Один выбил с нашей гонки. Так, 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 Максим. Ты что, за мной бежишь? Нет. Хоть бы вниз не упасть. Вот это же самое страшное, не хотелось бы. Гусь Санек, вижу Санька. Блин! Я упал? Да. Да там Санек добежал почти. Хотя, погоди. Погоди. Все, все, блин. Я на вышке. Я на... Нет, не может быть! Я был второй! Вот, я вот. Был второй. Все, вот. Гусанек, ты победил! Есть! Ой. Красавчик, молодец! Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Всем пока! Пока! Всем пока!